В Иванове снова бушевала водная стихия. В субботу днем затопленной оказалась улица Лежневская областного центра. С проезжей части поток воды хлынул в торговый центр, расположенный неподалеку. Любопытно, что ремонт дороги, а вместе с ней и ливневой канализации здесь производили не так давно. В комитете по благоустройству нам пояснили, что причины, из-за которой ливневка не сработала, это заиленность протока. Грязь и грунт с газонов затруднили сток воды. Сейчас, когда причина неисправности выяснена, в администрации нас заверили, все неполадки будут устранены в течение недели.